еще один представитель французского автопрома в местной аргентинской обертке. Это Renault модель 6. Еще старые номера, древние. Напоминает чем-то москвич. Покрашенные, наверное. Красивые колпаки. Красивый салон. Ручки. Вот так вот внутри. Внутри плохо видно. Такие странные дуги. Откидывающие задние сиденья. Renault 6. GTL. Г. Это Г. Вот такие старые номера раньше были. Это фонарь заднего хода, поворотники, стопори. Ну, все как полагается. Здесь когда-то был ударчик. Наверное. Но потом это немножечко починили. Диски прикручиваются тремя гайками. Вот снизу немножечко подгнил, да. Вот такой вот аппарат. Renault 6.